Всем привет еще раз. Сегодня, кроме матча Интер-Ливерпуль, в Лиге Чемпионов состоится еще один матч. Это матч между Red Bull Salzburg и Мюнхенской Баварией. Да, красная немецкая машина будет экзаменовать красных быков. Вот, ну, ребята, что можно сказать о команде? Ну, Red Bull, классическая австрийская команда. Забивает очень много, лидер с чемпионата Австрии. Кто-то говорит, что чемпионат Австрии плохой, ну не знаю. Не знаю, лучше чемпионата России. И вообще Red Bull Salzburg очень-очень неплохая команда. Она уже подтверждает на протяжении там многих лет. Вот, очень много забивает, очень много там выигрывает у фаворитов. Вот, очень такая, очень, вообще Red Bull очень похож на Баварию. Несмотря на то, что он руководится концерном Red Bull, да. Кстати, кто не знает, Лейпциг это тоже Red Bull. Вот. Но все равно Red Bull Salzburg очень похож на Баварию. Очень похож. Вот. Ну что можно сказать о Баварии? Ну Бавария это машина. Хотя последние матчи в чемпионате Германии эта машина сгорела. Сгорела 2-4 Бохуму. Да, в первом тайме получили 4 гола. Да, в Баварии большущие проблемы в обороне. Но в атаке эта команда в полном порядке. Когда играют Сане, Левандовски, там никаких вопросов нет. Ребят, ну на этот матч тут и ставок никаких не надо выдумывать. Все очень просто, очень просто. Это мой прогноз на этот матч. Это тотал матча больше 3,5 за коэффициент 1,85. То есть я тут нечего вообще выдумывать, потому что, ну, слушайте, обе команды очень забивные и пропускаемые. Правила там гостевого гола нет, и поэтому тут будет пиршество голов. Вот. Не будут они сидеть в обороне, не умеют сидеть, что Red Bull не умеет Salzburg сидеть в обороне, что Бавария не может сидеть. Нахерачат друг другу много голов, и вот закончится что-то типа 3-4, 2-5. Вот. Поэтому я здесь жду много голов. И мой прогноз — это тотал матча больше 3,5. Так что ждем матча, ждем много голов и, надеюсь, получим наслаждение от этого футбола. Всем пока!